Так, всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы скоро начинаем. Всем привет. Это снова я. Я поел. Бартикол. Ну, я же в курсе. Я же вижу абсолютно все, что происходит на стриме. Бывает, я что-то пропускаю мимо внимания, это да. Но в основном я все вижу. В курсе всего. Но спасибо за информацию. Главное, если стрим обваливается, вот тогда говорите. Потому что кнопка... обозначение, что стрим обвалился, очень маленького размера у меня на втором мониторе, поэтому могу не заметить, как это уже было не раз. Так. Звук, кстати, не с вебки идет, а вот с этого вот красного жезла любви. Значит так, давай посмотрим. Сейчас в лес, наверное, скажу, мне надо... Слышь, ты ленивая задница, взял гантели и поднял ее 10 раз над головой. Пойдем в лес два раза сходим. А, нет, подожди. За дикого сначала схожу. Сейчас, ребят, секундочку. Все будет, как в лучших домах. Разгрузка есть. Калашик тоже одену. Так. Надо полутаться, думаю. Или может на таможне. Нет, давай в лес, наверное, схожу. Лес мне нравится, лес красивый. Так, будем сегодня вместе играть. Ну... Может быть. Разминочка перед лесом, да, точняк. Ух ты, что-то... Два. Бери. 7, 8, 9, 10. Ни хрена себе. Значит, надо на таможню ходить. Раз, два, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это необычно тяжелая гантелька стала. Это. Сегодня я бы хотел... Тяжко, а душнил там много. Ну вот раз в 10 минут у тебя есть шанс меня немножко помучить. Как я понял, это связано с тем, что с боссов сейчас брони кучу фармится. Ну, наверное. Ну да, считай, на завод каждый, грубо говоря, раз, там, каждые 10 минут у тебя есть шанс вытащить довольно большое количество брони. Считай, 3 топовых брони. Очень даже неплохо. Что-то я хотел сказать, как обычно, отвлекся. А, инсомния, хочешь прикол? Вот что я хотел сказать. По поводу переезда. Ну, собственно, можете меня поздравить. Я с Турции переехал вот так вот, буквально, в Латвию сразу. Даже не успев купить игру. Прикинь? Короче, хотел купить Battlefield. Он стоил 150... нет, 149 ТЛ. Это 2142, да? А у меня там 152 как раз было в закромах. Короче, жму купить. Ну, я уже подсознательно был готов, что, типа, после покупки меня перенесут. А меня, простите, детей, надеюсь, нет. Хуяк! И до покупки такие, типа, извините, произошла ошибка. Туда-сюда я смотрю, у меня бабки поменялись вместо турецких лир. Евро стали, думаю, бля, не хотелось. Так что теперь, собственно, лабдин милят аута, все такое. Я снова в Латвии, вот, и да. Зато теперь я могу получать гифты от моих европейских друзей. Это были проблемы. Пару человек хотело мне, помню, игры подарить. Вот, именно с Европы, европейского региона, и не могли, потому что то я в России был, то я, типа, в России, то в Турции. Иди в РФ и заведи второй АК казахов. Ну так оно все равно меня перекинет в Латвию. Смысл мне это делать? Я тебе пазлы подарю. Не надо мне пазлы, блин! Так, подожди, я за кого играю? За дикого, да? Не надо мне пазлы! Сейчас я быстренько тайничок возьму. Потом пойдем в МЧС.
Не волнуйся, это от меня подарок, я могу позволить такое. Ничего себе. Мажор, что ли? Пазлы будешь дарить мне? У меня вроде где-то был мой Steam. Можешь его, кстати, найти. Как там было-то? Корок, мой ник, да? Корок, нижнее подчеркивание, YT, то есть YouTube. Ой, как приятно после Cycle of Tarkov зайти, если честно. Из одной душной игры в другую душную игру. Но сегодня в Cycle довольно весело побегали, пострелялись. Прошли данжик на 99%. Так чего перекинет? Ты ж подарками будешь все покупать со второго АКа. Мне проблема на пополнять российский аккаунт. Да и... Да не, ну... Короче, я не так часто покупаю игры. Да, довольно редко я покупаю игры. И, ну, думаю, наверное, нет прям такого сильного смысла вот прям так заморачиваться. Раз там... В два месяца могу 50 евро потратить на игру. В рубль, 50, 70. Рискиви тоже, да, конечно. Что касаемо России, сейчас у меня прям сильные проблемы в этом плане. У меня раньше был Киви давным-давно. Я через него как раз или через Киви, или через WebMoney я пополнял свой Steam аккаунт. Но их обрубили. Поэтому я на Турцию переехал, потому что не осталось способов нормально пополнять недорого. Часов CSGO. С общим миром связаны. А тут не важно, с каким миром ты связан. По-моему. Вообще... Давай потом об этом. Я понял твою идею, типа, то, что казахи, может быть, имеет место быть твоя теория, может быть. Но это мы уже узнаем попозже. Ух ты, ни хрена себе, подгончик. Только начал вылазить, а уже собран. Ничего не понял. Ты мой аккаунт в Steam посмотрел? У меня в Доте 100 часов наиграно, оказывается. Я не знал. Ничего я крутой, однако. Че ты смотришь, блин? Иди в жопу, косел. Лутают тут мои всякие... Всякие штуки мои тут лутают тоже мне. Вот это что, звездочка, 200к. Так, надо уходить, пацаны. Самогон, звездочка. Сейчас хоп, еще одна. На запах самогона прибежал 100%. Я не из пьющих. Ну, подков засчитан. В КС-ке я 1к наиграл часов. Да, было дело. Грешили, знаем. Опа. Ладно, надо на выход идти. Что там по выходам? Дикий мост, бункер диких окраины. Все, понял. Коня бы найти. Вот идеально было бы сейчас коня найти. Для дейлика. Каждый ред хотя бы один пулка есть сейчас. Ну, это понятно. Там же боссы.
страшные, кровожадные. Ленчик, неси в вагончик. Коня надо, коня. Раму дособрать. Ну да собери. Боссов главное в упор жахнуть. Дай мне коня, пожалуйста. Не конь. Еще один не конь. Какие-то ключи интересные, первый раз вижу. Но нету коня! Такая фигня! Пойду нафиг я. You received a new friend, что-то там. Потом посмотрю. Лишь бы коней гнать. Ну, мне надо для дырика. Ну, ёкарный бабай. Йоху! Пили-вили, тролливали. Сейчас буду искать коня. Мне нужно 30-й левел до вайпа закачать. Хочу самогонный аппарат замутить. У меня аптечка была. Кумыс гнать собрался. Вы, кстати, пробовали кумыс? Я вот ни разу не пробовал. Как он на вкус? Как актимель, наверное, какой-нибудь. Или хуже, но не сладкий. Тарков играть он будет? Я откуда знаю? Нарисуется, будет. Кто-то хотел, я-то уже не помню. У меня башка забита, мне сейчас все надо успеть. А учитывая то, что я не могу одновременно стримить и на Ютубе, это значит, мне надо выгружать все, подготавливать трансляции. Короче, жесть. Там ты говорил, что знакомый, когда ему еще 19 было, а сейчас ему 20. А, дилераж, да. Все, вспомнил. Ну, нарисуется, будем играть. Не нарисуется, не будем. Все просто. Вот вроде мусор у меня сейчас, а где-то на 400 штук. Плюс-минус. Раз годиков охотник на чужих дочерей. Да. Я хочу, чтобы он стримить начал. Офигел вообще. У бляха дилераж. Ну-ка быстро стримит. Сказал. Кстати, пацаны, хотите, вот поделюсь с вами хорошей новостью. У меня у брата вот сегодня, все еще сегодня, родился сыночек. Вот так вот. Такие вот новости хорошие. Здоровый, крепкий. Кабан пятак вообще там. Ух. Мужик, мужицкий мужик, короче, родился.
Так, давайте сразу я распределю пожрать в пожрать. Проигравший проигрывает. Безумно можно быть первым. Первым. Так что вот такие пироги. Nice. Ключик пока вот сюда поставлю. Хочу посмотреть, сколько он стоит. Гранатку. Ладно, сумка. Это все. Умка тоже нужна. Хорошая разгрузка. В нее можно шлем полежить. И сумку тоже возьмем. Если не с время по Вальхиму, то долго рассказывать, да, именно так. Почему-то у всех пацаны рождаются. Это очень хорошо. Продолжение рода, фамилии, все такое. Ну, представляете, вот 24 часа рожала жена моего брата. Очень тяжело роды дались. В итоге Кесарева сделали. Ну, слава богу, оба живы, вот, но тем не менее. Это двоюродный брат. Это не в моем... Это, ну, это в ветке моего рода, скажем так. Это другая фамилия. Ну, тоже родня, все такое. Так, давай посмотрим, что за ключик такой достал. 70 тысяч. А продам я его нахрен, он мне сдался. А этот сколько? 52. Так, подожди-ка. 89. За 97 попробую продам. 97. Не, я, если что, не сильно там... Короче... Как бы это сказать-то, ёпарасоте. В общем, я не то чтобы цепляюсь там за фамилию, да, но я должен продолжить свою линию родственную. Вот. А для этого нужно, чтобы карапузик родился, собственно. Чего мы и будем добиваться, когда время придет. Так, что у нас тут патрончиков до хренища. Веб скоро, скорее всего, не купят. Да, пофигу. Вообще пофигу, купят, не купят. Я это просто выставил, потому что мне так захотелось. Так, ладно. Значит, пойду я с калашом. Это что, от Глока, да? Глок мы трогать не будем. Глок пока отдохнет. Он пойдет у нас на другую карту. Гранату возьму. Так, разрядить патрон. Был 20. Раз. Два. Три. Так, зарядить. Бляха, ППХ мало осталось. Пойдем очень просто. Просто калаш, без всяких выпендрежничеств. Единственное, нужно каску купить, по-моему. Опять забыл, что у меня было. Сумку обязательно возьму. А, во! На продажу сразу поставлю. Что мне тут? Где я тут на продажу ставил? Значит, сначала самогончик. Ненери, ненери, ненери. Опс.
А вот еще звездочку продам. По предмету. Звездочка 200, до хрена тысяч. 280 поставлю. Так, 280. Где-то посередине станет мой лот. Это есть, это есть. Глушитель. Ладно. Дедовский котелок. Ты думаешь? Хорошо, договорились. Дедовский котелок! Забыть я, блин, не смог. Так, все, оружие есть. Это... А, блин, еще наушники. Все. Одет и очень опасен. Это просто убийца. Убийца. Всех и вся. Наверное. Как бы профен, наверное, не будем брать. Пока что. А вот аптеку маленькую возьму. Ну все, ладно, погнали. Плюс бабки. Так, что там? Короче, хай, как оно, что с Сайклом у тебя? Здорово, мистер... Мистер Грант. А, блин, я прочитал мистер Гранди. В смысле, что с Эклом? Сегодня играли, ходили с девсами в данж, зачистили данж, но нас на залазе замочил чувак с кором, скорее всего, читер. Вот. Потом с комрадами ходили. Ну, нормально в сайкле. Ну, сам понимаешь, он сейчас помирает. Касательно компании Ягеров, мне тоже говорили, да. Я же уже тысячу раз говорил, что их купил. Их купила компания Tencent, если слухи не обманывают. И сайкл закрывается не потому, что игра неприбыльная. Ну, ее могли сделать прибыльной, да, просто в нужных руках она должна была оказаться. Ее закрывают, потому что Ягеров просто, ну, с компанией Ягеров всю интеллектуальную собственность, которая принадлежит им, высасывают. И все проекты второстепенные, типа сайкла и типа Дредноута, это вторая их игра, да, просто распускают, вот и все. Кстати, на завод, если будешь ходить, то шлем не бери, просто надень маску и броню 3-4 класс, самое то, чтобы бюджетно фиксить ботов, фармить. Я так и хотел. У меня есть просто вот нафармленная одежда. Такие большие компании, мистер Грант, как Tencent, да, они вот что делают? Они вот видят перспективный проект, например, допустим. Вот Cycle интересный, вот Extraction Shooter, да. Они его видят, они покупают компанию, там, башляют какие-то бабки, покупают компанию, достают все самое ценное для себя, остальное все на помойку. Да. В данном случае, думаю, весь код Cycle и все ассеты они себе оставят, саму игру на помойку и сделают что-то свое, я так думаю. Это, в принципе, будет неплохо. Главное, чтобы не сделали мобильную помойку. Вот, ладно.
Да блин, суки. О, гранатометом не могли попасть, а надо было просто... Ну, вы, короче, лохи, вот, кто из вас тут был. Сколько вы на меня гранат потратили? Вам надо было просто чуть-чуть за ящики стрельнуть, и вы бы меня убили. Просто конченый схват. Там их два минимум было. Я даже не переживаю. Касательно того, что ягеров... Ну, точнее, ягеры, скорее всего, останутся существовать. Слышь, ты ленивая задница. Короче, посмотрим, что будет. И поднял ее 10 раз. Я сейчас хочу взять ППШ. Вот, пойду с ППШ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Сейчас я скажу, мистер Грант. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я играю во все игры. У меня нету одной конкретной игры. Cycle просто была игра, в которой я чаще всего играл. Вот, поэтому... Ну, наверное, Tarkov какое-то время будет моей основной игрой. А может быть и постоянное время, да? Посмотрим, как меня это втянет. После вайпа с новыми силами я пойду. И чем черт не шутит, вдруг понравится мне все это дело. Так, так. Посмотрим. Ну, сейчас пока не могу сказать. Tarkov мне нравится, да. Игра прикольная. Есть минусы. Особенно самый главный минус для меня — это бесконечно долгая загрузка. Это просто раздражает пипец. Ну, по сравнению с другими играми, да. Но есть и много плюсов. Так, я сейчас пойду с ППШ, блин. Сколько он мне будет стоить, кстати говоря? ППШ у кого можно купить? У тебя, братун? Братун, блин. Так. Не, наверное, у прапора. ППШ. 26 штук. Пионеров жду, почитал концепт, пока все нравится. Пионеры, да, я тоже поиграл бы. Интересно выглядит. Вот, посмотрим, что выйдет в итоге. Про пионеров, ну... Сталкероподобная игра, довольно красочная, как для моего... Ну, то есть... Короче, должна, наверное, зайти, не знаю. Посмотрим. Так, кроме бартера, работоспособные... Подожди, а как мне... Магазин побольше? Поиск по предмету. Так. Магазин ППШ. Во, 71 патрон. 17 тысяч. Нормально. О, вообще идеально. Нет вооружейных частей. Так, 71 патрон. Так, теперь поиск по связям. Боеприпасы. А какие взять боеприпасы лучше? ПТГЖ. Что значит ПТГЖ? Трассирующая пуля, грамм с сердечником, латунная гильзия, херня. Ну, наверное, FMG надо брать. У прапора. Вот это что за АКБС? Спортивная стрельба, патроны с газовым с особым внимательным деталем, что дает стрельбу... А, херня. Короче, FMG, Full Metal Jacket. Четыре большие карты, поселение с заданиями, разве что по ПВП вопросу пока. Ну да. КТ бери, они лучшие, тут все мясные. FMG возьму. Вообще у меня, по-моему, были FMG. Ну-ка, не было. Так, сколько мне надо? 142 больше. Вообще 200 патрон. По связям, боеприпасы и... Вот, ТТ FMG на пробив, наверное. Ну, не пробив, ну, короче. Срать. Будет все.
Только 200. 200 патрон. Это будет извращение по полной. Так, секунду, у меня что-то чатик. А. Так. Как сказал Full Jacket, так сразу фильм с рядовым кучей вспомнился. Да-да-да, Full Metal Jacket. Цельнометаллическая оболочка. Прикольный фильм. Мне тоже очень нравится. Очень такой тяжелый, но прикольный. Так. Наверное, надо нам разгрузку, но разгрузка как бы должна быть хотя бы умка. Потому что у нас магазин как бы нестандартный. И вот этот тоже магазин зарядить. Но я буду просто, пацаны, это будет извращение полное. Давай просто посмотрим, как оно стреляет вдаль. Когда вайп, без понятия. Скорее всего, в конце этого месяца. Я думаю, в конце месяца. Четыре секунды стрельбы. Отлично, то, что нужно. Дань, про вайп никто не знает. Ни у кого нет инфы. Вот, так что тут просто догадки. Так как ивенты пошли, скорее всего, вайп будет... наверное, в конце месяца. Ну-ка. Минус яйца. Убил. Все, в натуре убил. Не, хотел проверить. Сейчас я быстренько крафты поставлю какие-нибудь. И тогда пойдем. Так, и последнее. Так, все, погнали. А, подожди, я вылечил своего перса. Он сам вылечился. Все, идем. Ну, это, конечно, неприятная жесть будет, наверное. Но мы попробуем с вами. Так, подожди, где мой ибупрофен? Вот он. На всякий случай застрахую. Вдруг отдадут. Ну и броню обычно тоже не забирают эту. Так. Ну, привет, 300. Так, в Хелке ППШ. Все ж поприятнее. Я с тобой абсолютно согласен. В Хелке ППШ и Томпсон это вообще имба оружие. И причем на хороших дистанциях. На заводе КС-23 ППШ рулят. Ну, про ППШ не соглашусь, только если ты в упор подойдешь к человеку. Вот КС-23, да, братан. Ему бы еще магазин такой, знаешь, патрончиков на 8. Это вообще бы с флешеткой. Мне сам по себе КС-23 нравится. Это такой, знаешь, короче, типа, ну прям
Ух, ёпарасоте, как жахнул, так, блин, кошметки разлетелись, там дыра такая вот остается, вообще, о, нравится. Мурка. А Мурка это что, это ППШ? До тех пор, пока отнесу на Тагилу. Не, почему, если Тагила в ноги засадить, то ну, должно барабана хватить, я видел, как с барабана убивали. МР, дробовик. 133-153, это который с коричневой, ну, деревянной рукоятью, точнее, как его, блин, как эта фигня называется? На 6 патрон, короче говоря, без прицела. Этот прикольный, да, 6-зарядный, мне тоже очень нравится. Ложа, вот, ложа. Вчера мы двух боссов убили и могли третьего убить, но сильно затупили. Короче, когда вместе. Ну, давай. Сейчас сыграю за Человеколу, потом за Дикого, и тогда вместе сбегаем. Два рейда. Я, кстати, заметил очень хорошее место для боссов. Главное, чтобы они на тебя сагрились. Это второй этаж офисов, там, где эти плитки. Сейчас пойдем в Deep Rock Galactic играть. Тоже неплохая игра. Ну, такая, знаешь, для любителей копать. ЧВКов зовете. Ну, а что? Кто-то ЧВКами их зовет. Кто-то ЧВК, кто-то ЧВКшниками. Я Человеколами. Человекал. Нормально же. Что хотим в Gunfire Reborn. А это что за игра такая? Первый раз слышу. Уф. 10-секундный рейд, как думаете? Кстати, Deep Rock, ты покупал или играл? Я по подписке играл. Через Microsoft. Я также... Обожаю этот спаун, очень нравится. Приятная атмосфера. Эй, слышь, ты ленивая задница. Привет. Взял гантели и поднял ее 10 раз над головой. Ведьмини зовут. Ну понятно. Я хоть раз попал. Один раз попал. Е-е-е. Волхакер, ты думаешь? Нет, там не волхакер, там сквозь коробки есть щель, через которую простреливают. Ну, может, и волхакер. Я думаю, вряд ли. Органика шутер. А, лечебные гантельки, простите, забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, десять. Так, значит так. Раз, два, еще один ППШ, еще один последний заход. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наверное, десять, не знаю. Ну, около того. Да ты бесишь меня, блин. Еще один ППШ. Так, разрядить. Как тогда он точно в грудак настреливал? Так я был на уровне груда. Ты же знаешь, что эта коробка простреливается? Ну, где вот я нахожусь, она вроде как простреливается, если я не ошибаюсь. И он просто стрелял по мне, и там их, скорее всего, несколько было.
Вообще хрен его знает. Ну, читак и читак, флаг ему в жопу, правильно? Вот, ну вообще коробки эти простреливаются, и там еще есть щель. Ты через эту щель тоже можешь стрелять. Вот, и я тоже долгое время не знал. А потом как узнал, потом как ничего не произошло нового. Все, задолбали, короче говоря. У меня тут есть еще броня. Блин. Один магазин не могу поставить. Значит, будем рисковать. А я же магазин, наверное, не смогу, да? Ну что такое? Умку мне надо. У тебя есть умка? О, так, 18 тысяч, забираем. Забираем. Во, другое дело. Другое дело. ППШ, ТТЦШ, шамашаманаманана. Ну и все, да? Еще раз иду на завод. Надеюсь, не тот же спаун, блин. Вообще надо, наверное, по педалям сразу давать. Так, я вылечился, все время забываю. Так. Тем более сегодня. Так, подожди. Ты на лабе поиграй, где практически все простреливается. Тем более сегодня 300-й легкий. Легкое ранение у тебя, что ли? Ну, выздоравливаю, если так. Так. Здорово. Привет, Рулак. Баблей нужны? Не-не-не, подгонов мне не надо, если что. А то что-то пустовато у тебя. Я просто не продаю вещи. У меня около 25 лямов в вещах, если продавать. Вот. Блин, рейд просран. Я очки забыл купить. Сейчас меня любой дикий в голову убьет. Да блин. Много разной шушеры у меня накопилось. Вот я ее просто не продаю. Как-то до вайпа, в принципе... Да вообще, на самом деле, вот когда деньги нужны, я просто продаю что-то лишнее. Там ключик могу продать, там от лаба что-нибудь. Так и живем. Да, блин. В горле что-то першить начал. Я обычно за дикуса лапкарты фармил. А у меня тоже вот большинство лапкарт, которые я продал и которые у меня были, именно за дикого собирал. Так, ну что, тот же? Пожалуйста.
Ждем. Я. Ой, пошел ты в жопу, короче. Все, Бартикул, я готов. Только мне нужно... Во-первых, что делаем? Давай-ка, наверное, я сейчас что-то продам, пока ты там собираешься. Можно... Давай на маяк, слушай. ТС для начала. Давай. Ну, а где ты в ДСе? Что-то выбер машины против тебя попадаются. Это боссы. Сейчас на заводе три босса бегает сразу. Этот Кнайт. Ну, три этих, короче. Которые на маяке попадаются в основном. Так, давай-ка что-то продадим, наверное. Не надо, деньги есть пока. Нихера себе. Что, реально? 700, 720. Ладно, я пока не буду продавать, наверное. Давай, птица. Да, Big Pipe там был, не Slipknot, но в принципе похож, да. Этот рыцарь, труба и птица, короче, полупокеры разные. Алло. Привет. Здорово. Ну чё, куда ты хочешь? Да, куда угодно. Куда угодно. Ну тогда... Хрен его знает. Ну пойдем, может быть, на заводик сходим. Как ты на это смотришь? Что ты только брать будешь? Ну я буду дробаш брать, особо не буду там. Я тогда пистолет, я готов, в принципе. Сейчас я. Тут надо зарядиться мне немножко. Так, дробаш. А где? Это вторичка. Патрончики, флешетка у меня есть вроде бы. Ну, очки не буду одевать. Сейчас я броню одену и тогда пойдем. Сейчас, как обычно, в бомжа оденусь и всех буду убивать. Так. Наверное, все. Вы готовы, товарищ? Мне надо вас, наверное, пригласить, да? Для человека любую карту для новичков в страх превратят. Лично с ними не знаком. Не встречал, так что сказать за них ничего не могу. С калаша выносятся и с Ксюхи выносятся в упор. Вообще легко. Главное в упор. Я почему вначале выстрелил, но я очень сильно затупил. Я вышел в прямую видимость, и он меня поэтому убил. Я хотел, чтобы он подошел ко мне, и тогда я бы в него зажал. Но я затупил, короче. Так, все, я готов. Полное извращение у меня в руках, на флешетках.
Идем на завод, наказывать, жестоко наказывать. Это все мы страхуем, чтобы не покупать заново. Все равно это говно никто не будет брать. Все. У, ты тоже жестко нарядился, да? Сейчас как раз у тебя есть такая возможность, 300. Ты можешь просто взять любой ствол или с дикого там что-нибудь такое и побегать на заводе. Им вплотную подойти, хрен знает как. Очень просто. Они же идут сами на ЧВКшников. Тебе надо выстрелить, чтобы привлечь его, и он сам к тебе придет. Я так двоих и вальнул. Они сами на меня вышли. Не слышно тиммейта. Так он, может, не говорит. Бартикул, скажи что-нибудь. А, ну вот он и не говорит, видишь? Да, я тут. Ну вообще, видишь, они волнуются, надо тебе все время говорить, просто без остановки, чтобы люди не расслаблялись. Насколько мне известно, первый выбегает. Ну, обычно да, мне тоже... Нет, на заводе я первого вальнул этого как раз с дредами чела. Он первый мне попался. Ну, на заводе локация маленькая, они могут в любом месте быть. И сейчас меня, кстати, тоже пайп, этот, не биг пайп, а кнайт убил. Так, у меня 4 патрона флешет. Слипнот. Не склипнот, а слипкнот. Он мне эта маска напоминает не слипкнот, а скорее хищника из фильма с Шварцем, который был. Прям... Еще бы эти щупальцы тут такие. Кстати, разница... А кто там был вот с такими дредами? Я вот не помню. На первый левел брони только. Кнайт. Зачем ты со мной переписываешься? Ты же можешь ответить мне. Стесняшка, блин. Ладно, ладно. Ой, пожалуйста, пожалуйста, пускай первый умрет Бартикула, не я. А я не могу ходить. Прикинь? Прямо вообще. У меня вместо... О, отпустило. У меня, короче, наклон был вместо того, чтобы что-то делать. Чё, куда идем? Вот. Бежит к нам. К нам бежит сюда. Я сюда пробегу. Ты в офисы побежал? Да, я тут наверх по лестнице зашел. О, блин! Ой, сорян. Блин, извини. Еще один чел. Рядом. Босс, по-моему. Это я. Убил босса. Ну давай ты быстрее ты. Страшно тебе, сука. Мне очень страшно. Не надо, пожалуйста. Ой, пожалуйста, пускай меня не убьют. Ну давай, ты что ты делаешь?
Это пипец. Броню мне надо. Жесть. Помню, был у меня ключик. Так, у меня есть... Подожди, а это однозарядный? Очень мне страшно. Да заткнись ты! Надо на выход, но я не могу сейчас уйти. Понять бы, откуда в меня стрельба была. Давай, бля. Дал голова глаза. Ты про... Я понял. Так, ну слушай, нормально. Одна, один есть. Каким чудом я... Пипец. Еще и ЕСЕКа забрал. А с чего? Подожди, а можно посмотреть, с чего я забрал? Нельзя? Подожди, какое-то время было? 3.48. Ну, скорее всего, с гранатомета. Я же только с него стрелял. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Да. Это хорошая была вылазка. Ты уже готов, если что? Да. Еще назовут? Пошли. Добрый вечер. Здравствуйте, Сотра. Ну, Биг Пайп, конечно, я в него задолбался стрелять. В упор причем. Ты сразу в голову целься, у них голова без брони вообще. Я знаю. Ну, я целился, просто не всегда это получается. Что там по трубке? Не продается. Трубка для квеста нужна, наверное. Сколько она стоит? Вроде и не надо. Хочу посмотреть. Кому бы ее продать? 8000 всего, херня. Не буду продавать. Так, значит, пистолет новый насобирал.
Ствол я, наверное, его продам. Не нужен он мне. А вот гранатомет, наверное, я возьму с собой. Да. Если что, будешь меня направлять. 4 а заряда выстрела. В смысле, ты что? Будешь направлять. А, все, понял. Подожди, может быть, нормальный прицел поставить? Странно, на рейл нельзя нормальный прицел поставить. Ну и хер с ним. Так, ну что, без прицела буду стрелять. Гранаты есть, это есть. Еще наушники были дорогие, помню я. 141 тысяча, да, детка? Так, гранатомет есть. Сейчас я себе еще на вторую... что-нибудь возьму. Блин. Ну, наверное, почти все. Осталось броню еще одеть и погнали. О, большое спасибо за фоллоу. Так, броню вот эту оденем. А ее нельзя... Ну и хер с ним. Так, все, ты это сама готов, да? Да, пошли. Я иду с гранатометом и с пистолетом. Так что, если что, буду кричать по лундра, сложу, сразу ложись. Если что, я без ушей, я глухой буду. Я тоже глухой буду, все нормально. Я и в прошлый раз был глухой. Не знаю, ну... Застрахуем АПС. Все, погнали. Броня хорошая, да? Нифига ты, серьезно, снарядился, я смотрю. Ну, есть такое. Эх, в идеале бы сейчас трех боссов жахнуть. Не как я, дровяной огреб. Зато в ушах пищало. Дровиной или дровяной? Что ты, можешь, пожалуйста, объяснить, что ты имел в виду? Не понял. Не понял я. А, блин. Сорян, не нажал готовность. Все, я с гранатометом. По идее, гранатомет же шотает. Дрова колол. Не всегда. Я понял. А, так ты поленом получил. Или чуркой. Бывает. Я себе так помню, топором в ногу жахнул. Нечаянно. 300-й, блин. Так бы и сказал, что рубил дрова. Я уж подумал, у тебя пулевое какое-то ранение. 300-й он, блин. Боец, бляха-муха, дровяной.
Я тоже, между прочим, с котом играл. Он меня сильно поцарапал. Тоже 300-й. До сих пор, собственно, страдаю. Если что, шучу, да? Ну. Просто скажи, что тебя ранило куском дерева, вот и все. Попадает под статус. Ну, просто зачем тебе применять военную аббревиатуру под простую, это самое, цивильную травму? Как это правильно? Ну, цивильная, да, наверное? Самоирония. А. Ну, просто смешно, типа, знаешь, я 300-й. Да, что с тобой, ты там воевал или что? Да, бляха-муха, рубил дрова, мне как дало сверху, кастрюля упала. Ну, такая гематома была, ух, еле выжил, еле выжил. Мама как приложила подорожник, думал, все, конки отброшу там. А, знаешь, такой, И тут еще там, век воли не видать что-нибудь на плече такое. Ладно, если что, шучу, да, не надо обижаться там. Это все по-доброе, добрые шуточки. У меня на работе тут коллега тоже пришел. Точнее, я пришел на завод работать обратно, туда, откуда ушел 2 года назад. И, короче, до этого, ну, старенький мужичок, у него домик на дровишках, там все такое. Рубил дрова, короче, жахнул себе по пальцу. Причем не острым концом, а тупым концом. Он, не знаю, может, разворачивал бревно там. Ну, короче, как-то себе дал. Грубо говоря, представьте себе, молотком вот жахнул. Есть там. Ага. Тень. Где именно, в проходе? За машиной. Попал? Я просто не вижу. Ну, кровь есть. Так, где два патрона. Граната? Чё говоришь? Гранату кинь, если есть. Да нету гранаты, я же с гранатомета стреляю. Сейчас я в угол вот попаду, я попробую. Эх, не попал. Еще две. Умер? Ну-ка, жетон, прикрой. Первый левел. Я убил. Ха-ха-ха-ха. Так, у него эмочка, у него наушнички. Прикроешь меня, я пока? Прости, брат. Так вышло. Дело не в тебе, дело во мне. Прикрываешь? Да, пока пусто. Кстати, первый килл с гранатомета. Граната у него есть. Теперь есть граната. Пошли в офисы. Пойдем. Хочешь напрямик идти? Пошли поверху. Ну, ты же в курсе, что мы легкие мишени наверху? Да, знаю. Зачем тогда идти поверху? Быстрее. Окей. Стрельну. Так, еще один выстрел у меня. Внизу на втором топает. Понял. Так, все. Граник, все. Тут труп. Угу.
Челик! Босс! Это босс был! Отходи! Беги, там двое. Граната! Все нормально! Я, походу, одного убил. За тобой один побежал. Их прям, прикинь, они один в другом, как матрешка. И они тебя стреляли, я рядом с ним стоял. Их там прямо очень много было. И меня убил в итоге сосай-кудасай какой-то. А слушай, я Бера убил. А, ну да, Бер. И боссы сразу побежали. Прикинь, я с гранатомета в голову Есеку попал. Неплохо. Бой. Ну да, это было крайне тупо. Слушай, давай еще раз на завод сходим, что-то так весело. Надо только придумать, с чем пойти. Ну, наверное, опять в говне каком-нибудь, да? Но в итоге убил меня какой-то сосай-кудасай. Ну, собственно. Как я понял, там было все три босса, и чел в маске босса тоже был. Потому что там я как минимум двух в маске это и увидел. За тобой побежали сразу два босса. Они, ну, сосай-кудасай, это, скорее всего, тот, которого я убил последним. Я просто от него оттек, наверное, так. А за тобой побежали два босса. Это босс с дредами был, 100%. Потому что они были вместе, и Бердай, и Кнайт вместе. Вот, ну, потом посмотришь, я запишу этот момент. Они прям друг в друге были, видать, забагались или что. Вот, а прикинь, в них зажать бы. Выполнил бы квест почти. Вот. Так, ну с чем? С чем пойти, а? Во-первых, надо... Сейчас я продам кое-что. Кое-что кое-кому. Немножечко обвесиков. Надо мне это продадим, продадим. Ты с чем пойдешь сейчас? Я четвертую броню возьму и МДР. Ты прям серьезно решил, да, пойти? Ну так поэтому и весело было. А я возьму... Блин, а что мне взять? Я уже все стволы просрал. Сейчас, подожди, придумаю что-нибудь. Надо что-нибудь трушевое такое. Может быть, Томпсона взять? Вон, АКМ с 75 патронами. 70, ну, дорого стоит. Все, что можно купить, в принципе. Ну, 38. А куплю. Хорошая Ксюха просралась только что. Ладно. Возьму я, наверное, опять ППШ. Подожди, сколько? 17 тысяч, это 34. Да, дешевле будет купить. Если что, могу тебе барабаны на ППШ скинуть. А у меня, я купил уже. Ну, если зарядишь один, тогда было бы неплохо. Ну, я тогда возьму один, у меня заряжен и лежит. Угу. Так, где я купил уже? Так... И последний штрих.
Просто надо посмотреть. Где-то у меня был квест на устранение 4 ЧВК. Я вот не помню у кого. А, подожди, я так могу посмотреть. Так, задача. Як устранить? Это что такое? Это не то. Это не то. Это не то. Не то. Устранение. Их использую граната. Блин. Ну ладно. Все, я в принципе готов. Давай-ка гранатку на всякий случай я куплю. Я готов. Рассыпуху возьми. Да не, не буду. Мне сейчас этот Бартикул скинет один магазин такой же. То есть 142 патрона. Более чем достаточно. Тем более, задача следующая. Быстро израсходовать магазин данного прекрасного оружия. Цикл еще играю, да. Дневные стримы. Как обычно. Вот, израсходовываю магазин. Надеюсь, я кого-то убью. Забираю его ствол, и дальше уже с его стволом бегаем. Это самый идеальный план. Не всегда срабатывает, как мы могли увидеть. Привет, Квинта Кварк. Чё, как дела? Давно тебя не видел. Ну, я как живущий на восточном острове близ Японии смотрю стрим в 3 ночи. Ого. Нормально. Ты что же придумал, что вместо цикла начнешь? Да, ну, цикл был большая часть времени на стримах у меня, да, но это не значит, я уже много-много раз говорил, что играю я в разные игры, да, и мой канал не основан на одной игре. Хотя подписчики, конечно, большая часть шла с The Cycle Frontier. В разные буду играть. Ну, конечно, если очень надеюсь, что выйдет нормальный какой-нибудь экстракшн-шутер вроде Таркова, вроде Сайкла. И тогда в него будем залипать. Проектов много сейчас конкретно такой тематики, да. Очень много, минимум 5 игр от всевозможных компаний. Что-то он прям на пике. Плюс у Таркова новый вайп, да. Там будет интересно, все будут бегать с говном. Так что будет во что поиграть. Даже Dark and Darker и марафон от Bungie. Вот. И в это тоже я буду обязательно играть. Dark and Darker я играл. Правда, Dark and Darker, я считаю, что одному скучно. Вот в компании прикольно. Марафон, потом Ark Riders, Пионер. Подожди, давай заново. Dark and Darker. Марафон. Пионер там под вопросом, это экстракшн шутер или нет, но пускай пока считаем, да. Потом Blight Survival. Не знаю, когда выйдет, но очень круто выглядит. Что там еще? Ark Riders я называл. Ладно, Ark Riders еще раз назову. Я в него играл, кстати говоря. Мне один из подписчиков давал ключик, который ему прислали, и я поиграл в него, посмотрел, что это такое. И, в принципе, это Cycle, только от третьего лица. Потом от Ubiков тоже будет выходить, по-моему, Division, Badlands, что-то как-то так она называлась, или просто Badlands. Короче говоря, как Division, только вот Extraction Shooter. Потом The Day Before, если она выйдет, это что же экстракшн шутер, в принципе, да? Что-то еще было, я не помню уже. А, ну есть еще этот Dead Siege, Dark Side, Dead Side, ну вот эта вот херня, в общем.
в которую сейчас играют, но мне она... Я попробую поиграть, но что-то не очень хочется. Зума. Кстати, я искал что-то наподобие Зума, но походу придется покупать. Да. В Дивижене тема с темными зонами очень интересная. Тоже PvPE лутер-шутер. Ну вот. Пошли в офисы сразу. Пойдем. На второй этаж советую. Вот здесь. Тут просто малые пространства, можно сразу зажать в упор. А еще можно сделать так. Это я, не боюсь. Теперь слушаем. С твоей стороны кто-то топает. Угу. Рядом. Босс, это босс. Нихера не успел сделать. Человек. Это че? Да, ЧВК, слушай. Голова, уши. Угу. Ты живой? Патроны кончились, их там много было. Задолбали эти ЧВК-шеры, блин. Не дают боссов поубивать. Дарксайд, что там мутно, типа Дейза. Ну не Дарксайд, как он назывался? Стар Сидж, там что-то такое. Dead Side. Star Siege Dead Side, по-моему, так он назывался. Что-то быстро, да, он. Я ничего не успел сделать. Пойдем сейчас за Дикого сходим в лес. Пошли. Если что, сейчас плюс, но. Что типа все на завод ходят, сейчас на других локациях людей меньше. Ну, да это пофиг. Кстати, можешь бесом меня звать? Бесом? Ну, я постараюсь запомнить. Просто ты пойми, у тебя, ну, ты же не один, да, и очень многие люди у меня в подписках меняют ники, там, раз в месяц, да, и почему-то они думают, что я вот могу запомнить все это, да, и... Но я постараюсь. Для удобства. Капон знатный, да. Если вдруг ты увидишь коня, пожалуйста, скажи мне, мне нужен конь. У меня еще там 30 минут где-то на окончание дейлика. Все есть, кроме коня. Да, жалко, что меня, конечно, перевели обратно в Латвию. Теперь игры дорогие. Сука-сюка. No Man's Sky 30 евро. DayZ 24 евро. Battlefield 2042 вместо 5 евро стоит 15 евро. А, скидки-то нормальные, на Battlefield минус 75%. То есть так она 60 евро стоит, этот кусок говна. В который я бы поиграл с удовольствием. Тот же Chivalry 2 стоил там что-то около 1 доллара в Турции, а тут 17 евро, 18. Вот, короче, если что, можете посмотреть. Охренеть немножко сцен. Пацаны, вы просто привыкли... Чего? Ты где? В смысле, где? Загружаюсь, 91%. Я уже загрузился. Тут темно, я не знаю, где я даже. Да? Я вроде не выбирал ночь. Ну ладно. Давай к нам в Казахстан. Да я с удовольствием. У меня был турецкий аккаунт, и при покупке меня сразу хоба флипнуло. Я сейчас всех, кто не на своих аккаунтах, их переводят обратно. На свои регионы. То есть у меня регион Европа, и поэтому я буду платить много денег. Зашибись. Сейчас, секунду, я ребятам фильтр включу. А, слушай, не, более-менее нормально видно. Так, я у окраины, если что. Идем на лесопилку. Подожди. У меня сумка я классная. Я на мину нарвался вообще.
Ну я пока в эту в хижину диких схожу. Там бывает самогон спавнится. Ну и что это за хуйня? Кто-то кашляет. Это не ты кашляешь? Это я. Что у тебя подбито? У меня бинт есть и S-марк. Я лечусь, нет, тут только ХП. А, понял. Ладно. А подожди, где там мы? Мы на берегу, да? Да, мы на берегу, со стороны хижины. Что-то я запутался. А, вот минное поле. Все, берег, понял. Тогда на лесопилку, да? Ну сейчас же вам получше видно. Не то чтобы в целом вкусно, но в общем вкусно. Это я. Наверное. Нужен конь. Очень. Зайду в эту будку. Деревянную. Может там будет. Я на лесопилку дальше побежал. Хорошо. Ва-а-а. Ой, если вверх смотреть, то в принципе все видно. Тут все пролутали. Да, все пролутано. У меня, походу, то ли чел, то ли кто, не знаю. Сейчас я попробую себя гамму поставлю, что-то вообще нихера не видно. Ты уже на лесопилке? О, да, уже на ней. Я тогда сразу, наверное, в домики пойду. Давай, пускай это будет конь. Не конь. Вечные глюки. Бастион. Что-то там нашел. Ух ты! Какой-то супер шлем у меня теперь. Хрен в голову убьет. Дорого стоит, кстати. Около 120 тысяч. Угу. У меня, как обычно, убьют не в шлем, а куда-нибудь в уши или в глаз. Стандартная ситуация. Балдажник дорогой. Понял.
Ну и шлем, наверное, тоже 1060 будет стоить. В мизинец ноги, да-да. Так и будет, пацаны, так и будет. Ты сейчас где? Около ангара, где ящики военные. Понял. Я мимо слева пробегаю. Если смотреть на эти... Ну, на гору, короче. К будкам иду. Все пропылесосили. Так темно. Тебе. Ага. Вижу тебя. Тут особо нет ничего, короче. Ты что нашел интересного? Да ничего тоже. Пойдем в МЧС. Пошли. А трупов не находил? Мне бы ствол какой получше. Не, не было. Вот и славненько, да? Пожалуйста, пожалуйста, хочу коня. Нет, ничего. Готов? Погнали. Два прыжка нет, один да. Но обычно, если ты мирный, делается вот так. Только побыстрей. Что-то мой гражданин очень медленно это делает. Погоня уже не спавнится, не знаешь? Вроде нет. Тут тоже все пропылесосили. Блин, печаль и грусть. Так, стоямба сода тоже нужна была на обмен. Опа, трупик. Трупик обобран. Еще бы что-нибудь хоть увидеть. Наверное, надо на выход идти. Нету тут ничего интересного больше.
А вот трупы валяются, может, стволы какие? Так, сайга, вепрь. Какие-то шаги, я слышал, что кто-то бежал, но я не уверен. Вот это, или человек. Наверняка он думал, что его никто не слышит. Я в медчасти, если что. Угу. Так. Ты сейчас лутаешься? Я сейчас лутаюсь, да. Жит кто-то, это не я. Ну, надеюсь, он меня не убьет сейчас. А где ты? Сзади. Это я сказал. Понял. Ну, пойдем, что ли? Военный. Только куда идем? Где у нас выходы ближайшие? Дикий мост, ворот завода, Восточный скал, Южный мост. Блокпост ВСРФ. О, у меня нету. У меня южный код. Ну мне просто вдоль дороги в другую южный сторону. Южный пост. Ну пойдем, пойдем. У меня тоже он есть. Чай забери. Не хочу. За чай сумку можно обменять, но мне не надо. Как я так ошибся с этой, с темнотой? Думал, в день пойдем. Есть фишка, когда персонаж бежит и вот так начинает дышать. Если ты зайдешь в прицел и задержку дыхания, то он не будет дышать. Mm-hmm. Сейчас я тайничок проверю. Офло всякое. Как эта маска, если надо. От пчел. Я понял. Про маску имел в виду. Давай, 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 быстрее ты. Е, все. Кепка ебаная! Ебашки парика! Мы выжили. Какого-то хрена я ночью зашел. Так. Значит, этот шлем мы, конечно же, продадим.
типа, это до хрена всего. Ну, самое ценное, что нашел, это сухарики. Нормально, нормально. Так, ладно, короче, сумку это все. Мне самое ценное, это сумка на моем персе. Мне нравятся эти вытянутые сумочки. Пистолет, вепрь. Это мы возьмем в рейд. Одно не будем брать. Я можно его продать, ладно. Что, на завод готов, если что? Я только продам вещи лишние. Или уже кончилось патроны, больше нет гранат. О. Так, это есть. Я уже практически готов. Как ты там? Я готов. Бастион 100 штук стоит. 95. Поставлю. А, у меня предложение занято. Ладно. А вот эта херня. Ни хрена себе! Знаешь, сколько стоит дополнительное бронирование? 720. Мне нравится. Нихера себе. Но сухарики лучше будут. Ну, сухарики, ну прости, ну понимаешь, ну, это сухарики, это не, это тебе не то, а это вот это. Так, ладно, короче говоря, два вепря у меня есть. Блин. Что ты будешь брать в рейд? Дробовик со шрапнелью. Или... А, со флешетами. Угу. Ладно, продам вепри. Сейчас я... Тут надо немножко освободить место. Калашом пойду. Модифицировать. Сейчас еще поставим сюда прицельчик какой-нибудь. Извращенский. Во, отличный. Отличный уродливый автомат. Нравится.
Ты готов, воин? Да, пошли. Ну и пошли. Так, где у меня, во-первых, персонаж? Ага. Ну, побежали умирать на завод. Юкарный бабай. Только здесь максимум в команде 5. А я тебе говорил. А чего ты мне говорил? Что я пропустил, Дебрунчик? Что ты мне говорил? Что важное говорил? Что стоит дорого? А, ну да, я просто дорого думал, там, 1100-200. И почему так дорого, блин? Это ж пипец. Он вроде дает плюс 2 класса брони. Не, ну это-то понятно, но понимаешь, все равно же есть шанс, что ты схлопочешь пулю в лицо. Или в ухо там, или в челюсть, или в язык. И, соответственно... Эту штуку можно надеть и поверх забрала еще нацепить. А. Там вообще неубиваемая голова, да? Ну, типа, потому что вроде забрала 5-го, и эта штука тоже защиту дает. Угу. Это как на старых немецких касках раньше делали. И тоже металлические пластины ставили. По-моему, в Первую мировую, во Вторую вроде как не практиковали такое. Сейчас, если мы заспавнимся где-то в этой, ну, в коробке, да, то я предлагаю, особенно если услышим шаги, сидеть в этой коробке и ждать противника. Потому что в офисе там... Не, ну, короче, ладно, по обстановке. Потому что у меня броня 3-го класса подбитая, башка тоже слабенькая. Сейчас сели. У меня вообще пака 2-го класса. Как-то у тебя странная контрастность. То ты в 4-м классе бегаешь, то в паке 2-го. Денег нет, да? Нет, есть. А чё не берешь нормальное тогда? Дорого. Ах ты мой маленький скупердяйчик. Бляха, надо было фонарь еще поставить. Эх, упущение. Ну ладно. Если людей не будет, надо пострелять, чтобы пришли эти боссы. Да. Так и хотел сделать. Главное, чтобы спаун был хороший. Не вижу ни хера. Спаун хороший. Вот опять. Не могу идти. Да чё такое-то? Я не могу ходить. Кто-то топнул. Страшно. Ну, я предлагаю вот так вот сделать. Сейчас граната только пиу. Меня первым, скорее всего, убьет. Не хочешь посмотреть там? Может, идет кто? Тебе броня лучше, давай ты. Слушай, ну... Ты слышал, да, только что? Сейчас пойдут, смотри внимательно. Идут. Нет? Ну, топает кто-то. Но один.
Но прямо далековато. Ну что, так и будем сидеть? О, кто-то близко топает. Угу. Это босс. Стрельну разок. Это снайпер, он бесшумно ходит. Есть и еще второй где-то ходит. Да, подходит. Бляха, походу не босс. Не человек, скорее всего. Я сейчас перезаряжусь. Гранаты нету? Не. Слева где-то. Идет. Нет, он убегает влево. Он ходит как... А, не, это уже человек. Стрельни разок. Давай я попробую залутать. Ты пока прикрой. Тихо, ты не выходи только далеко. А я тут просто контролю, чтоб не вышел никто. Только мне оставь что-нибудь. Я тебе снайпу отдам, хорошо? Можно не ее, у меня их уже две штуки лежит. Ну ладно, я тогда возьму. Ты возьми себе эмку тогда, окей? Это что такое, сумка что ли? Забери тогда себе Тор. И волыну. Отходи. Это кто? Страшно. Не знаю, прямо сзади. Ты раненый? Нет, это не по мне. Окей. Видюху нашел. Ну что, пойдем, может быть? Ты снарядился? Да, пошли. На выход сразу. Не знаю. И, ну можем на выход, если хочешь. Погнали. Убил меня, крыса. На полу лежит между офисом и выходом. Меня тоже забрали. Просто в опенфилде лежит. А кто убил? Понятно. Крыса. Ну, крыс рус. Понятно. Ну, вы тоже, конечно, молодцы. А кто убил босса? Ты убил, да? Да, я ему с этих... С флешет. Не понравилось ему, в общем. Я предлагаю... Точнее, не предлагаю. Скорее всего, я сейчас возьму просто дробаш на флешетах тех же. Какую-нибудь паку. У меня вроде есть еще на обмен. Или можно доллары попотратить. Короче, буду с шотганом сейчас бегать. Мы ж на завод пойдем. Ты ж все, грозился на завод побегать. Или уже не хочется.
Самое главное, я видюху вытащил одну. Ха-ха-ха-ха. Так, из брони вроде бы ничего такого. А, не, я возьму с собой этот вепрь возьму. Вепрь, то, что я с рейда вытащил. Не буду особо выпендриваться. Ты готов, воин? Почти. Потом надо будет опять за дикого что-то это самое. Денег нет, деньги закончились. Да, интересное место, конечно, чел выбрал, если честно. Просто лег в опене. Может, он лечился в тот момент? Ладно. Но их как минимум двое было, потому что там еще один с фонариком потом был. Ну вот меня тот, кто с фонариком, который лежал и убил. Может, их двое с фонариком было? Так, я это самое... ребятки, рекламная пауза. Нужно позвонить срочно Посейдону. Вот, буду скоро, да? Буквально. Чуть-чуть подождите, и я приду. Наверное, без очков поиграю. Надоело. Не устают у меня больше глаза. Все, я все сказал. Ты во что оделся в этот раз? О, четвертая броня, шлем, третий.
Мутант взял. Любите вы, сэр, извращаться? У меня еще М-ки есть. Так что могу поделиться. Ну, не знаю. Думаешь, стоит? Я сейчас с вепрем, если что. Так. Отлично. Ну все. Кину гранату. Это босс. Где? Там босс в конце коридора, куда ты кинул гранату. Ну, потому что он там закричал что-то. Да? Ну, тогда ждем. Разминочка. Может быть... Блин, я не знаю. Если я 100% сейчас откисну. Идет кто-то. А чё ты лазер не включишь? Я с прошлого рейда не подхилился. Молодец. Я пока не стреляю, да? А то я типа думаю, чё у меня как-то экран двигается немного. Типа вот так, смотри. Ну типа. Ну чё, так и будем сидеть? Пойдем быстро сдохнем, да пойдем в другие рейды, ёпперс. Подожди, дай дохилиться. Сейчас всех боссов наших убьют. А сейчас готов? Таблетку съем и пошли. Пошли. Это близко. Могут под низом идти. Я все еще здесь, у машины. Ага. Что, в офисы хочешь опять откиснуть? Да. Ты живой? Да, я наверх иду. Ну, там, где эта бочка. А ты? Да я хер его знает. Где-то я есть. Сейчас меня походу примут.
Я пока подхиливаюсь. Я там же, где и был до этого. Только откуда, я вообще не понял. Тихо. Вижу. Бляха, с двух сторон. Все, жопа сейчас убьют. Промазал два выстрела в голову. Эх, обидно. Он был в этой шапке как раз против москитов. Ну ладно. Мы пойдем за Дикуса. Пошли. Голова, уши. Я не попал. Да, вот обидно. Эх, этого мог забрать. Ну ладно. Сейчас, мне тут нужно новые делики взять. Тогда пойдем. Так, надо продать вот эту вот штуку. Ой. Бувцы. Тут 22 штуки. Уф. Блин, не могу лот разместить. Что за незадача? Это я сделал. Как у тебя там с готовностью? Готов. Тогда за диких, да? А, блин, задание забыл взять. Сейчас. Пожертвовал жетончиками, чтобы квест выполнить. Так, устранение диких с расстоянием больше, чем 50. Отлично. Все, задание все взял. Я готов. Куда пойдем? На лес. Пойдем на лес. Все, выбрал день на этот раз. Потом можно на развязку сходить, если время будет позволять.
Сейчас по-быстрому лутаемся, все, что лутается, там оружие и тому подобное, и потом предлагаю пойти на развязку. У меня квест там. Или можно на маяк. У тебя нормально на маяке работает? Ну, первый рейд около 40 FPS, потом 50-60, нормально. Угу. Мне еще квест за дикого чувака убить. Что, если вдруг что? Если вдруг кипишь, пойдем гасить. За исключением, если найдется что-то вроде звездочки там и прочих дорогих штук. Договорились? Нет. Че это нет? Что это значит? Нет. Хочешь лутаться? Предлагаю сразу на лесопилку пойти, если повезет, залутать штурмана со свитой. А потом, если на развязку пойдем, то пойдем искать килу. Ну, можно. Можно, в принципе, на эту самую... И на таможню сходить. И на лес можно сходить. У меня все еще квест на штурмана есть. Я его сколько ходил, все никак не могу найти. Ботов уже переубивал хреново тучу. Я, если что, на окраинах. Угу, я еще загружаюсь пока. А я тоже на окраинах. Ты уже ушел? Обернись. Вижу. Что у меня есть? У меня есть бинт, сникерсы и говняная броня. Нету гостинцев. Ну, пойдем на лесопилку тогда. А что у тебя за ствол? Это пятизарядная, которая как револьвер. Дробовик.
Опа. Опа, пуленьки на полу валялось. Какой-то прицел интересный. Какой? 6,5. Марк 4 ЛР. Вот. Еще Ксюха с глушаком. Ты в каске был? Это не я. Понял. Ну пойдем на лесопилку тогда. Дай полутать ты этот трупик. Пропылесосили уже. О! Скорее всего, МЧС. Я в ангар пошел. Угу. Я до будок. Тут уже дохлые валяются. Уф. Кто-то дохлый. Это я. Угу. Так, у меня есть М-ка. А, подожди, у него сумка еще была или что-то? Ты мою разгрузку, наверное, залутал, да? Да. Была половина, ладно. Незабудка, мой любимый цветок. Подарчик. Отлично. Патроны есть. Ну, я снаряжен. Тут во второй будке труп, если что. Понял. Что за бедный проспектор тут? Сейчас, подожди. На МЧС пойдем? А выход у нас где? Можно в сторону выхода идти, заодно и полутаемся. Старое депо, Восточные скалы, Южный пост ООН. Блокпост ВСРФ. Подожди, я смотрюсь, может найду где-то этого босса.
пусто. Ты где сейчас? Здесь вон. Вижу или челика, или... Не знаю. Ну, это, наверное, бот. Но я уже открыл огонь. Так что, будь готов. На нас будут нападать. На тебя. На меня, да. Просто сумка у него большая была. Ага. Это походу он был. Ну ладно, ладно, пускай идет. Он без шлема, мне бы шлем найти. Идем МЧС лутать. Да. Так, ЛПСки у меня на Мосинке. Глюки у меня, походу. Звук странный был. Наверное, подходит. Ну и что это за хуйня? Ботик. Ну, получается, я не попал в того бота. К сожалению. Или к счастью моему, не знаю. Пойдем. Пошли. Не, я первый подошел к ним. Тебе вон ПСки. Хитрый какой.
Как говорил наш товарищ, только что шкура цела, уже неплохо. У меня выход с другой стороны. Блин. Ну давай, пока ты там добежишь, я добегу до сюда. Выйду здесь, заодно коробки проверю. Продам лишнее, пока ты выходишь.